Молдавский боец ММА Павел Покатилов выйдет на ринг после годичного перерыва. 20 мая в Кишиневе на турнире Eagles Fighting Championship уроженец Дубасар проведет бой против Артема Шокола из Украины. На последних турнирах, организованных Ассоциацией боев и шоу, 28-летний Покатилов исполнял функции супервайзера. У него были в планах закончить с карьерой, но все-таки Паша в хорошей форме и выйдет в клетку против хорошего, молодого, перспективного бойца из Украины Артем Шокала. Павел Покатилов на профессиональном ринге одержал 13 побед и потерпел 9 поражений. Еще один поединок завершился в ничью.